Привет, с вами Хьюг. Я продолжаю проходить Сталкер Обзион Эпок 2. Но сейчас я уже добрался до Кордона. Мне в прошлой серии Сидрич прислал сообщение, типа, что у него какая-то новая работа для нас появилась. Но вот я добрался уже до его бункера. И как видите, сейчас дверь отлично работает после переигровки. И можно спокойно проходить дальше. Хабар принес. СМС-ку получил. Какого рода задание? Это задание личного характера. Не понял. Что значит личного? А то и значит. Слушай внимательно. Шустрый после того, как ты его пас, пришел ко мне. Он рассказал мне о том, как его взяли в плен. Находясь у бандитов, он слышал, как они упоминали сталкера Лешего, мол, это именно он вывел бандосов на Шустрого. Этого урода я знаю, пересекались как-то. Тебе нужно передать ему привет от меня, смекаешь? Для особо одаренных поясняю, вальнуть его нужно. Нехрен на моих курьеров всяких отморозков натравливать. Где Леший сейчас находится, мне неизвестно, но доцент в баре может вычислить местоположение любого сталкера, имеющего ПДА. Надеюсь, с ним ты уже познакомился. Советую сходить к нему. Логин, по которому я в последний раз общался с Лешим, скинул тебе. И сделай все без фейерверков, а не как обычно. Половину комплекса разнес в темной долине, Рэмбо чертов. Ну, это как получится, я берусь, передам твой привет. Отлично. Какое-то такое задание. Интересное. Надеюсь, оно немножко затянется. Уверен, что сейчас, когда мы перейдем к доценту, он еще попросит что-нибудь за это, за метку этого Лешего. Может, не попросит. Вообще, по-моему, он просит 5 ПДА за метку любого сталкера, но не знаю, что он сейчас попросит. 5 ПДА у меня вроде лежат там в тайнике, в баре. Так что сейчас отправляемся туда. Ну и там будем разговаривать с доцентом. Так что встретимся в баре. Все, добрался я до бара. Ну и сейчас будем разговаривать с этим доцентом. Проходи. Посмотрим, что он нам скажет. Так, доцент, есть срочное дело. Нужно выяснить, где сейчас находится сталкер по прозвищу Леший. Ясненько. У тебя есть хотя бы его логин? Да, записывай. Сколько времени это займет? Подожди минутку. Ага, вот оно что. Похоже, что маячок в этом ПДА кодирован. Для взлома потребуется модуль дешифратор, но самого устройства у меня нет. Да и не гарантирую, что получится хакнуть маячок. Я попробую кое с кем связаться, возможно, узнаю, где стоит. Где стоит достать модуль. Посиди пока в баре или прогуляйся по округе, скоро с тобой свяжусь. Хорошо, только не тяни резину. Ну, можем пока, наверное, зайти к бармену. Как делишки? Посмотреть, что тут у него. Так, хвост окошки у меня нету. Здорово, меченый. Так что ничего не поделаем. Ну, так я и думал, что так просто доцент мне ничего не скажет. Это дело начинает закручиваться. Ну ладно, можем пока поспать. Один часик. Так, вон там уже что-то пришло. Ух ты, сколько сообщений-то. Так, доцент. Мечен, у скитальца есть информация, что где раздобыть дешифратор. За нее он попросит... Просит погасить свой долг перед Боровым. Он задолжал ему 60 тысяч рублей. Половину суммы скитальц собрал, переведет ее на твой счет. Остальное ты должен собрать сам и отдать всю сумму лидеру бандитов. Ему можно доверять? Он ни разу меня не подводил, будь в нем уверен. Принимай логин скитальца. Как только погасишь долг, скинь ему сообщение. И не забудь найденные ПДА принести, 30 штук, в качестве компенсации моего потраченного времени. Так, ну и вот, на наш счет зачислено 30 тысяч рублей. Новое задание, найти модуль дешифратор. Так, дешифратор. Хорошо, а Датан сказал, что скинул мне местонахождение, точнее логин этого скитальца, то он мне просто скинул логин или местонахождение тоже. Так, ну, вроде непонятно, что и как. Так, ладно. Давайте сейчас тогда сходим, наверное, к Воронину. Нужно отдать ему там кейс, который я в прошлой серии нашел в Темной долине. А потом, наверное, отправимся в Темную долину. Хотя нет, мы сначала отправимся еще на армейские склады. Там нужно забрать огнемет, шуруп же,
его должен уже починить. Я надеюсь на это, по крайней мере. А потом будем отправляться дальше. Куда-нибудь. Но сначала идем к Воронину. Так, кейс у меня с собой. 15 килограмм весит. Надо от него побыстрее избавиться. Так. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Держи свой чемодан, еле притащил. Вот спасибо. Так, спасибо. В качестве поощрения держи координаты тайного перехода из темной долины к мозговыжигателю, а там и до монолита рукой подать. Ладно, проверю. Хм, неплохо. Я готов принять присягу. А, ну понятно, здесь типа вступать в долг, но не знаю, что это такое. Пока что я ничего это делать не хочу. Ладно, ну а сейчас, наверное, отправляемся уже на армейские склады к Шурупу, смотреть, починил он мой огнемет или нет. Ну что ж, добрался я до Шурупа, мне здесь еще пришлось немало так поспать, произошел выброс, ну и наконец-то появился нормальный диалог, потому что до этого здесь ответом на вот этот вот вопрос была там всякая фигня, типа что еще не готово. Так что там с огнеметом-то? О, вот и счастливый владелец огнемета приплелся. Да неужели? Думал, не дождусь от тебя нормальной работы. Выглядит неплохо. Давай, спасибо тебе. Погоди, шустрый ты какой. Договорились же, 10 штук за работу, давай. Забыл? Чего-чего? Совсем мозг пропил? Речь шла о 5000 или мне силой пробудить тебе память? Тш, не кипятись, пусть будет 5. Держи свой огнемет, теперь ты можешь зажигать. Ха-ха, все, успехов, да, еще один момент. Тутошнего баллона тебе хватит где-то на минуту непрерывного палева. Как кончится, приходи, перезаряжу за скромное вознаграждение. Там не все так просто, так что запоминай. Для этого мне нужна канистра с топливом и баллон с... Фу, как его там... коллоидным газом, вот. Или я все сам-то буду. Но тогда это будет прилично стоить. С чем баллон привезти? А где хоть все это искать примерно? Коллоид какой-то там. Ну, очкарики, ученые наши таскали в зону его для экспериментов своих. Думаю, для горючей смеси он самый раз подойдет. За этим советую наведаться на Гробром, например. Да, и мало ли, куда их успели растащить по зоне. Можно найти хрен знает где еще. Так что лучше ищи. Запомнил? Канистру с топливом и баллон с этим чудным коллоидом. Да, все понял. Спасибо еще раз. Теперь можно и напиться. Ха, ну и что ты мне дал? Так, огнемет система Шуруп. 30 тысяч. Эффективная дальность 40-45 метров. Скорострельность 600 выстрелов в минуту. Так. Ну и что это за чудо? Ух ты. 150 каких-то зарядов. Горючей смеси. Ну, вот я... сейчас включил прицел. Ну, целиться в нем, само собой, нельзя. Это же огнемет. Так что, если без прицела мне ходить, то придется стрелять просто примерно куда-то. Так, ну не знаю, попробовать, что ли, кому-то шмальнуть. Можно вот сейчас сходить. Там вот, надеюсь, будут какие-нибудь бегать химеры или кабанчики. Просто интересно, как он стреляет. Подходи, так что сейчас мы посмотрим. Сейчас сначала нужно до туда добежать. Вот где-то... где-то там дальше они должны быть. Вот на вот этом вот поле. Сейчас посмотрим, может они тут есть. Если есть, то сейчас испытаем. Так, ну что? Ку-ку. Кто здесь есть? Чё-то никого не видно. А, о, плоть. Так, ну-ка. Ну-ка. Ну, как-то... ну, нормально, но я немножко ожидал большего. 4 выстрела пришлось потратить. Этой горючей смеси. Ну, ладно. Там, я смотрю, артефакт валяется, надо забрать. Так, ну и... отправляемся сейчас уже в темную долину. Ой, еще кабан прибежал. Ой-ой-ой. Ну что, горишь? Не, ни хрена. Я думал, может, он загорится и тогда сдохнет потихоньку. Не, тут надо так нормально тратить. Я думал, что будет покруче огнемет. Ну ладно.
Можно, конечно, пострелять, сколько он весит. 5 килограмм с тобой таскать, а еще потом, если все расстреляю, перезаряжать, ну, не знаю. Если бы он был более убойнее, то тогда, возможно, подносил бы. Или, может, его против... Не против мутантов применять, а против каких-нибудь чуваков. Ну ладно. Все, отправляемся тогда в Темную долину. Переход у нас находится где-то здесь. А, не, не здесь. Переход находится там дальше. На базе Свободы. Ну ладно, тогда встретимся уже в Темной долине возле Борова. Все, добрался я до Борова. У скитальца перед тобой небольшой должок. Он попросил меня отдать его. Мечено, можешь оставить бабло себе, если поможешь провернуть одно дельце. Более того, получишь в награду ценную вещь. Моим ребятам стало известно, что одна банда рейдеров во главе с бароном планирует захватить ангар на свалке. Нужно завалить этого хрена. У меня с ним давние терки, подробно рассказывать не буду. Тебе лишь нужно знать, что он настоящая гнида. Обычно он не ходит в рейды, но этот раз барон лично поведет своих людей на штурм. Его парни хорошо вооружены, так что советую предупредить сталкеров, которые там тусуются. Пусть подготовятся, иначе их всех положат. На них мне, в общем-то, наплевать. Я говорю тебе это потому, что как к барону легко пробиться. Людей у него много, и тебе одному его не убить. Рейд бандитов на ангар — это отличный шанс покончить с ним и с его шайкой. Если это не сделать сейчас, то на свалке... То вся свалка под ним ходить будет, а долг его не сдержит. Когда планируется атака? Через пару дней, скорее всего. Поздно ночью, часов два. У сталкеров есть еще время подготовиться. Не забудь предупредить их, не стоит недооценивать барона. Он промышляет рейдами на стоянке сталкеров, его банда многочисленна, и она постоянно растет. Я предупрежу сталкеров, а там как фишка ляжет. Рейд бандитов. Отбить атаку бандитов и убить барона. Ха, ну я так и думал, что затянется это. Задание Сидоровича. Очень далеко. Ну ладно. Я, кстати, вот без записи поменялся тут с жилой на водочку. Вот. Еще немножко получил время наборов оружия. Так, ну что ж. Нужно предупреждать сталкеров. Он сказал на ангар. На свалке. Так что сейчас отправляемся на свалку. Или может у нас тут задание есть? Конкретно кого нужно предупреждать? Сейчас посмотрим. Так, где это задание? Фотоохота, рейд бандитов. Нет, здесь просто отбить бандитов, атаку бандитов. Так, ну ладно, я не знаю сейчас, что там и как. Нужно тогда сейчас идти на свалку и там разговаривать с разными людьми, предупреждать. Ну что ж, добрался я до свалки. Ну и смотрю, что у Артема Кулинара появился новый диалог. У меня есть информация о том, что бандиты планируют захватить ангар. Что? Откуда ты знаешь? Инфа достоверная. Вам всем нужно подготовиться к обороне, осталось всего пару дней. Атака будет ночью, около 2 часов. Твою мать. Нас здесь очень мало, помощь не помешала бы. Я так понял, ты с нами. Сходи к фанату на кордоне, пусть пришлет несколько сталкеров. Также сбегай к прапору. Думаю, долговцы нас не бросят, беде и помогут. Мы тем временем начнем подготовку к вечеринке. Хорошая мысль. Все вместе мы сможем отразить нападение. Плечом к плечу попросить помощи у долга. Интересно. Очень интересно. Так, ну, ладно. Вот, попросить помощи у долга, у сталкеров, вернуться к кулинару. Поговорить с кулинаром после атаки. Очень интересное задание. Ну, ладно. Пойдем сейчас... Тогда к прапору. Поговорим с ним. Бандиты скоро начнут штурм ангара, где стоянка сталкеров. Ваша помощь была бы очень кстати. Хреново. Этим идиотам все мало. Я спрошу своих ребят, возможно, кто захочет немного пострелять. А то здесь скукотища. Советую сделать пулеметную точку на крыше ангара. Ты вот что, принеси отсюда мне... РПК-74М в хорошем состоянии, 300 бронебойных патронов к нему. Вот тогда и повоюем. Блин. РПК, говоришь? 74М? Блин, ну я не знаю, где взять. Вроде бы
Все РПК я продал Петренко? Да. А где взять еще? Ну, в тайнике, на кордоне вроде... Ой. На агропроме у меня вроде бы там тоже уже не осталось, так что придется либо опять воевать с военными на агропроме и надеяться на то, что у них попадется этот РПК, либо я не знаю, что делать. Может, кто-то его продает? Допустим, тот же Петренко, может, уже и продает его, потому что я продал ему, наверное, штуки 4 этих РПК. Так что, возможно, у него можно купить. Но сначала я сейчас побегу на кордон к фанату. Если такое дело, что прапор запросил РПК, так я думаю, и фанат сейчас тоже попросит для своих ребят что-нибудь. Ну ладно, идем на кордон. Все, добрался я до фаната. Так... Кулинару и другим сталкерам нужна ваша помощь. Бандиты хотят захватить ангар на свалке. Я могу послать несколько добровольцев, но они вооружены пистолетами и обрезами. С таким оружием они долго не протянут. Если бы ты их как следует вооружил, то это повысило бы их шансы, да и ваши тоже. Принеси 3 новеньких АК-74М. К ним 3 прицела ПСУ-1, 2 СПАСа 12-х и 5 гранат РГД-5. Этого будет достаточно. Патронов я... им подкину. Хм. Ну АК я найду, прицелу тоже. Вот СПАС-12, не знаю. Ну вот у меня есть СПАС-12 Хантер. Ну не знаю, им такой подойдет, нет. Гранаты тоже найдем. Вот СПАСы я пока не знаю. Так, ну ладно. Нужно искать. Так, даже не знаю, с чего и начать. Да, ну сейчас отправимся на агропром. Сейчас проверю свой тайничок на кордоне. Здесь, конечно, этого РПК не будет, но... А вдруг мне повезет? Так, ну что? Ух ты! Как повезло! Правда, он убитый полностью, но... Блин, я буду надеяться, что ему и убитый подойдет. Потому что, если он запросит... починены, то тогда вот этот полностью убитый я починить никак не могу и придется отправляться на агропром. Ну ладно, этот РПК возьмем, тогда сейчас отправляемся в бар, у меня там патроны для этого РПК, но также спас 12, но где вот искать, вот можем один АК-74М забрать, кстати, в полностью хорошем состоянии. Да. Хотя, по-моему, нам по-любому нужно на агропром идти, потому что другие вот эти вот два АК-74М, которые мне осталось найти, находятся у меня в тайнике на агропроме. Точнее, их там не два, а может штук 10, может даже и больше. В баре вроде бы у меня АК нету. Хотя, я точно не помню. Ну ладно, в любом случае, сейчас бежим на агропром. Итак, ну что ж, сейчас я нахожусь на дикой территории, просто на агропроме я решил ничего не снимать, а там без записи все тут зачистил, уничтожил БТР, который остался от спецназовцев, посмотрел вот этот тайничок и вот этот, который я тут создавал, свой, там забрал некоторые вещи, плюс еще у меня вот здесь вот был тайничок, который я снял, не помню, с какого-то трупа, там у меня было один АК-74М, 4 армейские аптечки и 2 капли, ну и... В общем, на агропроме у меня появилось 3 АК-74М в хорошем состоянии, прицелы ПСУ-1 я из тайника своего там достал, ну и все. Затем я решил отправиться на Янтарь, потому что, через этот переход, потому что Сахаров за Слизняк меняет гладкоствольное ружье СПАС-12, которое нужно для фаната. Один Слизняк у меня был, но один Слизняк мне пришлось сварить. Вот, выменял я у него эти спасы. Но также у Сахарова, когда выполнял его циклические квесты, за ногу Снорка он мне дал рецепт... Так... Он мне дал рецепт рубиновая батарейка. Вот, батарейка бросается в аномалию снежная, так что можно попробовать сварить. Так что вот такие вот дела. Но сейчас я... уже перешел на дикую территорию, где у нас тут находятся сивы по заданию пропавшая экспедиция. Найти наемника сивого. Или сивого, сивого. Так, ну и вот здесь уже какие-то братюни находятся.
Но эти братюни тут, наверное, обычно спавнятся. Это такие чуваки, которые здесь постоянно сидят. А вот кто там? Это Тивый, и кто с ним будет находиться, я не знаю пока что. Так, ну пока там ничего такого не видно. Так, ух ты. Это, наверное, собака какая-то бегает. Ладно, потихоньку пойдем. Так. Тихо, так не нравится мне это. Можно пока собачку пострелять, а то будут мне галлюцинации тут устраивать. Патронов мне не жалко, я на агропроме, когда стрелял военных, еще раз добыл. Плюс у меня там еще в тайнике лежит, так что мне этих патронов для... Точнее, не для, а калибра 5.45 просто дохренище. Наверное, больше 2000 патронов, если насобирать со всех тайников. Так, ну что, что-то здесь никого не видно пока что. Да, нигде никого нету. О, кто это у нас? Вот он, красавец. Ух ты, что ты там стреляешь? Что, рядом с тобой никого нету, что ли? Интересно. Или, может, сейчас еще кто-нибудь появится тут. Я выпускаю, тут появится отряд. 20 человек каких-нибудь. Так. А что у тебя был, кстати, за ствол? Ты там чего-то так стрелял прикольно? Вот куда этот ствол делся, я что-то не понял. Ой-ой, какая. Так, ну в принципе, ствол мне не очень важен. Самое важное, вот, куда наемника Сивова. В нем его личный дневник. Так, поговорить с ученым. Ну, с ученым это надо поговорить с Сахаровым, но как было в оригинальной народной стрелянке, вот этот диалог появляется только после отключения выжигателя. Но мне до выжигателя еще далеко. Так, ну а сейчас посмотрим, что там появилось. Так, это, наверное, здесь надо смотреть. Поиски пропавшей научной группы. Вот, мы нашли флешку наемника Ары. Здесь он говорил, что с каким-то чуваком там они на дикой территории что-то там, точнее, на заводе Росток общались. ПД наемника Севого. Запись за число. Наш человек ученых сказал, что какая-то группа отправляется в экспедицию, куда не сообщил, так что мы засекли на заводе Росток недалеко от тоннеля. Ждали мы их недолго, к вечеру появился передовой отряд вояк, а за ним подтянулась основная группа. Жан предлагал напасть, место хорошее, узкое, удобное для нас, но прикинув наши их силы, там вояк человек 15-20 было, не меньше, нас же всего пятеро, дал команду следовать за ними. Мы преследовали их до самого ржавого леса, но дальше... Дальше не было смысла идти. Скоро должен был начаться выброс. Да и выжигатель рядом. Решили вернуться на склады и ждать их там. Правда, надежды на то, что они вернутся, у меня почти не было. Я бы ни за какие деньги туда не пошел. Мне своя голова дороже. Но эти ученые... Что-то там очень важное для них. Переждали выброс, на складах прождали еще пару дней и решили вернуться. Тем более, Жана и еще одного... И еще одного подстрелили сталкеры. Жан кретин горячий, не любит ждать. Взял да ломанулся на стоянку сталкеров. Завалил двоих, а третий, ловкий падла, оказался, вальнул и Жана. И второго, как же его звали, Федот, кажется. Не стал я разбираться, и так несколько дней убили на эту чертову группу ученых. Понятно. Ну, а сейчас нужно поговорить с ученым каким-то. Ну, это, как я уже сказал, это Сахаров. Тут он даже отмечен. Ученый. Или Круглов? Не помню точно. Так. Ну вот. В принципе и все. Но что там у него был за ствол? Я не понял. Но мне этот ствол не нужен. Ну какой-то там такой звук был прикольный. Куда-то он соскользнул здесь. Я не понимаю. Куда-то соскочил или что? Может он как-то так стрелял? Но. Ничего тут я найти не могу. Ладно, в принципе, мне это оружие не нужно. Все. Ну, сейчас тогда отправляемся в бар, где я буду пытаться
Может, у Петренко продают за РПК, потому что я ему дохренище их продал. Ну, не знаю. Опа, братюни идут. Так, это у нас бандиты, похоже. Да. Я просто посмотрел в бинокль, потому что вдруг это кимсталкеры напялили все плащи, я их потом завалю, у меня репутация будет плохая. Так, какой-то там еще смылся. Так, ну ладно, это еще я сам уже разберусь. Отправляемся в бар. Итак, сейчас я нахожусь на свалке. Я здесь просто заметил, что прапору нужен не простой РПК, а РПК-74М. Но эти РПК можно купить у долговцев, которые вот здесь вот тусуются. Вот этот РПК, но чтобы он появился в продаже, нужно продать какой-нибудь натовский ствол. Я вот уже перепробовал, наверное, 3 разных натовских ствола, и никак этот РПК здесь в продаже не появлялся. Наверное, дело в том, что нужно продать полностью починенный ствол, и довольно неплохой. Мне уже надоело бегать, я, наверное, раза 3 туда-сюда гонял. В общем, покупаем вот у этого чувака за 16 тысяч полностью починенный натовский ствол. Продаем вот этому вот. И появляется в продаже РПК. Покупаем. Вот так вот он выглядит. Стреляет он калибром 5.45. Я в баре взял немного патронов таких вот. Ну и даем это прапору. Так, пулеметы и патроны у меня, держи. Бандиты планируют атаковать ночью, твои ребята поспеют? Не волнуйся, без поддержки мы вас не оставим. Один из них Санька-пулеметчик, он знает, как обращаться с тяжелым оружием. Я передам ему эту игрушку, он засядет с ней на крыше. Удачи, заметано. Так, завершено. Теперь надо попросить помощи у сталкеров. Хорошо, бежим тогда к фанату. Все, добрался я до фаната. Ну и отдаем ему 3 АК-74М, 2 спаса 12, которые я выменял у Сахарова за слизняк, 3 прицела ПСУ-1 и 6 гранат РГД-5. Так, держи пушки, раздай их сталкерам. Вам согласились помочь 5 добровольцев, передай кулинару, что они скоро прибудут. Желаю вам удачи. Спасибо, она нам не помешает. Отлично, вернуться к кулинару. Все. Ну и как говорил Боров, эта банда планирует напасть где-то около 2 часов ночи, так что думаю, нужно будет сейчас еще поспать или подождать, не знаю. Ну, в общем, бежим на свалку в любом случае. Итак, все, добрался я до Артема Кулинара, вот сюда вот, на свалку. Он тут что-то уже кого-то там выследил, хотя я никак не могу понять, кто там ходит. Сейчас уже 2 часа 08, я здесь без записи завалил бандитов, которые вот здесь вот всегда спавнятся. Ну там сейчас никого нет, но он все равно что-то напуганный. Также я сварил без записи 2 рубины батарейки, которые весят аж 3 килограмма. Вот, у меня уже пулестойкость 51 плюс 50. Ну и вот в 2 часа ночи нужно к нему подойти. И у него здесь появляется диалог. Я договорился с прапором и с фанатом, подкрепление скоро прибудет. Хорошие новости. Бандитов пока не видно. Надеюсь, помощь подоспеет вовремя. Ворон среди своих запасов нашел несколько противопехотных мин. Осмотри территорию и заложи мины в местах, откуда могут появиться бандюки. Как только будешь готов, вернись ко мне. Необходимо обсудить кое-что. Понял? Ха. Интересно. 4 мины нам дал. Ну, давайте заложим. Правда, я не знаю, где они здесь будут появляться. Откуда? Ну, откуда они тут могут появиться? Наверное... С двух сторон, только вот отсюда и оттуда. Давайте здесь заложим где-то. Сколько-нибудь, не знаю, тут где-нибудь. Потому что с той стороны сталкеры. Так что давайте, наверное, здесь заложим 3 штуки. И с той стороны, может, одну. Потому что тех сталкеров, которые мне нейтралы, я зацепить не хочу. Так, ну вот как-то так вот. И здесь, может, еще одну. Все. Так, ну и с той стороны тоже одну сейчас заложим, чтобы было на всякий случай. Но я не знаю, откуда они здесь появляться будут. Так, ну где-нибудь вот здесь подальше, чтобы свои же не подорвать. Так, ну нормально. Так, ну и что дальше? Вроде бы все на местах. Что ты хотел обсудить?
Будь поближе к ворону, он человек горячий, всегда лезет в самое пекло. Прикрой ему спину. Короче, ага, вот и гости пошли встречать. Вечеринка начинается. И Санька-пулеметчик прислал сообщение. Бандиты на подходе, они окружили ангар со всех сторон. Ух ты. Со всех сторон? Ну, не знаю. Сюда сунутся они только, наверное, через вот эти вот два входа, по-любому. Так, вон я смотрю, сбегаются еще какие-то чуваки вот по краям. Там вот появились нейтралы. Так, блин, ну такая темнота. ПНВ у меня нету. Ничего у меня нету. Только фонарик. Надо было, наверное, ПНВ купить у бармена, он там продает. Но довольно дорого. Но я не купил. И вот зря. Так, ну он сказал поближе к ворону держаться. А я тут что-то уже запутался, и ворон куда-то делся. Так, ну ладно. Вот ворон. Так, взрывчатка взорвана. Это случайно... Похоже... Не, это еще нормально. Тихо-тихо, только не зацепите. Мужики! Так. Ну, я так никого не вижу. И не знаю, какой тут мне смысл вылазить куда-то. Кранты тебе! Так, ну, будем возле ворона, наверное. Или где? Так, вон там какие-то чуваки. Так, можем посмотреть в бинокль. Хоть что-то делать. Да, вон они там. Есть, но их хрен тут заметишь. Ух ты, какие это бронебойные. А может попробовать поспать? Хотя вряд ли у меня это получится, но все-таки. Да, можно поспать. 8 часов. О, сейчас будет другое дело, то тоже мне. Так, можем же фонарик выключить. Так, ух ты, ё-моё, как мне засадили. Ну ничего не снялось у меня. Так, о, какой снайпер. Так, там все раненые лежат на остановке. Так, туда куда-то он стрелял. Никого там нет вроде. Так, ну где-то здесь должен быть еще барон, которого нам нужно убить. Но я что-то никого тут не вижу. Так. Еще одного сняли. Можем пойти с этой стороны. Хотя ладно, будем возле ворона. Нам все-таки порекомендовали быть возле него, так что будем возле него. Или нет? Или пойти самому, может? Ладно, пойдем сейчас с этой стороны. Так, тут вроде никого нет на мусорных кучах. Так, возьмем батончик. Еще взрывчатка взорвана, отлично. Так. Сенька-пулеметчик погиб, ё-моё. Ну ладно. У него, кстати, РПК наш должен быть. Можно потом забрать. Так, о, товарищи. Так, я плохо вижу из-за этих кустов. Да, это кто-то сидит. Мне показалась какая-то непонятная штука. Ё-моё, как меня огнем поливают. У меня просто вот эти артефакты так спасают. Вообще просто супер все. Так. Ё-моё. Не, отсюда я никого не вижу. Еще этот куст мешает. Можно куда-то вот сюда за трубы, может. Вот отсюда будем. О, вот они. Вот эти говнюки все. Так. Так, 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 так. Уже туда куда-то ушли. Ё-моё, и там дальше. Сколько их тут вообще? Так. Ух ты! Так, отлично. Ну, что-то как-то они меня слабенько вообще бьют. Ну, ладно, я и рад. Но все равно как-то слабенько. Я думал, будет покруче немножко. Так, тихо-тихо. Гранату он кидает уже. О! Сам себе кинул. Так, ну что, сколько их тут еще? Так, ну пойдем вот сюда, может.
один человек где-то. Можем залезть наверх. Сейчас посмотрим, здесь вроде никого нет. А вот там вот. Отсюда кто-то тоже шпиндалил. О, это барон. Так, а что у тебя за ствол? Ё-моё, у меня такое есть. А нет, это немножко другой. Я подумал, это такой, который мне дал кэп. Но этот немножко похуже. Ну ладно, все равно, пускай будет. Так, неплохо. Так, кстати, я вот не посмотрел, вдруг у него, может, там какие-нибудь флешки там есть. Я как-то так быстренько прошел. Ничего тут у тебя нету? Нет, только экзоскелет бандитов. Но можем забрать. Пускай будет. Так, хорошо. Там, я слышу, еще стреляют. Но мы тут пока можем всех обшмонать. Или, может, помочь тем, кто стреляет. Ну, не знаю. Ух ты! Ё-моё, похоже, мой ствол полностью сломался, нет? Как это так вообще возможно? Я думал, он полностью будет убитый. Он тут совсем чуть-чуть поломался. Ой-ой-ой. Так, ну очень повезло. Не при делах, конечно. Так, собаки еще тут бегают. Так, я просто проверил, что у меня стоит реализм, но... Вроде бы я когда использовал аптечку, у меня оружие не убралось, нет? Мне уже кажется, просто я уже сегодня давно играю. Пришлось вот довольно так помучиться вот из-за этих вот стволов, которые нужно было раздобыть. Так я уже забываю, что произошло недавно совсем. Так, ну, блин, ну если сейчас не буду снимать, вы меня опять будете говорить, где серия, так что придется снимать в таком состоянии. Ничего не поделаю. Ё-моё, здесь уже всех завалили. О, ходит красавец. Остался только бессмертный ворон и Артём Кулинар. Так, они тут уже типа успокоились. Но там еще гуляют же чуваки. Чего вы успокоились? Так. Так. Ух ты, сколько вас там. А я вот, кстати, не заметил, у нас задание есть убить барона, а вот отбить атаку бандитов у нас задание есть или нет? Или я сейчас тут буду всех убью, у меня даже ничего за это не будет. Ну, по идее, что-то должно быть, но я вот не посмотрел, там появилось задание какое-нибудь или нет. Так, ну что? Ух ты, ё-моё! Как ты там появился? Как они так вообще появляются? Так, сейчас надо посмотреть, задание у меня есть или нет. А то я сейчас тут страдаю. Может, уже надо идти в темную долину? Но, по идее, надо будет потом еще с кулинаром поговорить. Так, добыть трофеи, артефакты. Так, ну что-то я тут ничего не вижу. Там, по-моему, было задание плечо к плечу или... Вот, плечом к плечу, поговорить с кулинаром после атаки. Так, ну еще атака идет, да? Или уже все закончилось? Я смотрю, вы тут успокоились. Да, все закончилось. Это была настоящая бойня. Главарь этой банды, барон, мертв. Хорошо, что все обошлось. Теперь это бандиты не скоро захотят сюда сунуться. Благодарю за то, что предупредил нас и привел помощь. От всех от нас возьми немного деньжат и патронов. Знал бы ты еще, кто меня предупредил о нападении. Так, патрон ЖКан, прицел, 2500. И... Так, и... Так, вот этот тут прицел. Ну и там патроны еще. Вот эти и вот эти. Так, ну еще заберем у него здесь карту. Картишек у вас тут не найдется. Нам тут некогда играть. Бандиты и мутанты не дают нам отдыха. Есть одна карта, буквально с неба упала. Нужна? Ага, давай. Я вот этот диалог
Уже очень давно не беру, просто хотел показать вам. Без записи не брал. Ух ты! Насобирал тут чувак. Так, ну ладно. Сейчас я, наверное, без записи здесь еще пособираю. Вот хочу сходить наверх. Ой-ой-ой. Что там эти... Все, никак не успокоятся бандиты. Вроде бы... Всех завалил. Ух ты, да тут еще и кровосос. Да. Так вот, хочу сходить наверх. Здесь вот должен быть... О, долговцы. Должен же быть этот... Там какой-нибудь чувак. Пулемет. У которого, по идее, должен быть мой РПК. Ну что-то я тут никакого пулемета не вижу. Так, ну ладно, сейчас поищу. Потом отправимся, наверное, уже в темную долину. Так, кстати, нашел вот я этого Саньку-пулеметчика. Правда, он был что-то не на крыше, а здесь внизу. Ну и вот этот РПК. Уже его поломал, переломал. Я ему полностью новый дал, он тут его уже покоцал. Но ничего, если что, можно починить и использовать. Так что вот так вот. Ну все, отправляемся в темную долину. Все, добрался я до Борова. Труп барона грызут собаки, от его банды ничего не осталось. Мои парни мне об этом уже сообщили. Они говорят, что вся свалка стрельбы на ушах стояла. Да, сталкеры до сих пор не могут все тела от ангара оттащить. Держи, чертов СКС. Нашли у одного долговца. Думаю, его можно выгодно продать ремонтникам. И передай скитальцу, что его долг полностью погашен. Мэйчин, да ты настоящий профи. Не хочешь к нам присоединиться? Нет, я сам по себе. Так, папка с чертежами СКС. Так, хорошо. И что это так за папка? На чертежах подробно изображены детали карабина СКС. Внизу имеется надпись «Кастом», «Особый заказ». На чертежах много пометок и мелких рисунков. Ха. Так, так у нас, наверное, это переместилось куда-то вот сюда, наверное. Оружие. Огнемет системы шуруп. Так, а... Тогда куда это переместилось? Ну, вот, кстати, сообщение. Скиталец, бандиты списали твой долг. Так ты знаешь, где раздобыть модуль дешифратор? Так, а где же у нас... Что находится? Я пока не понял. Скиталец, доберись до центра фабрики Янтарь. Там получишь дальнейшие указания. Хм, интересно. Так, ну ладно, тогда надо сейчас отправляться на Янтарь, но вот я пока тут не нашел еще, где находится у нас что. Или может это как-то в инвентаре там нужно смотреть. Да, что-то я здесь ничего не нашел. Но в любом случае я еще буду тут смотреть, просто сейчас уже не хочу на это время тратить. Ремонтникам он сказал отдать. Ну ладно. Вот, кстати... Может, ты купишь у меня экзоскелет бандитов? Может, даже переоденешься, а то ты как-то не по стандарту выглядишь. В скате. Надо тебе экзоскелет одеть. Ну ладно, удачи. Все, ну и отправляемся тогда на Янтарь сейчас. Но это будет уже в следующей серии. Так что сейчас всем спасибо за просмотр. С вами был Хьюг. Всем удачи и пока.